В этом фильме мы покажем, какие движения твердого тела могут быть получены сложением простейших движений – поступательного и вращательного. Поступательное движение совершает, например, самолет при взлете, а вращательное движение – антенна локатора. Результирующее двух и более поступательных движений есть поступательное движение. Движение гироскопа в случае регулярной прецессии представляет собой результат сложения двух вращений вокруг пересекающихся осей с угловыми скоростями омега-1 и омега-2. Омега – мгновенная результирующая угловая скорость. Движение гироскопа можно представить также как качение без скольжения подвижного аксоида по неподвижному. Такое же движение подвижного аксоида по неподвижному получается при движении сателлита в дифференциальной передаче автомобиля. Введем углы Эйлера ПСИ, ФИ и ТЭТА. В каждый момент времени движение твердого тела вокруг неподвижной точки О можно представить в общем случае как результирующее трех вращений вокруг осей ОЗ1, ОЗ, ОК. Качение трехосного эллипсоида по плоскости можно также представить как результирующее трех вращательных движений. Подвижным и неподвижным аксоидами в этом случае будут конические поверхности более сложного вида. На эллипсоиде видны направляющие подвижных аксоидов, называемые полодиями, соответствующие различным высотам H. Эти полодии могут быть двух видов. Разделены они особой полодией, образованной двумя эллипсами. Сложение вращений твердого тела вокруг двух параллельных осей эквивалентно мгновенному вращению вокруг оси, параллельной осям составляющих вращений.
вращение твердого тела вокруг двух параллельных осей можно встретить, например, в плоских планетарных и дифференциальных механизмах, которые имеют широкое применение в технике. В случае пары вращений твердое тело совершает поступательное движение со скоростью, равной векторному моменту этой пары. Скорости всех точек тела одинаковы, траектории конгруентны. Эквивалентность пары вращений поступательному движению можно видеть на примере диска в демонстрационном приборе. Поступательное движение педали велосипеда на тренажере эквивалентно паре вращений. Кабина колеса обзора также движется поступательно. Пусть твердое тело участвует в поступательном и вращательном движениях, причем скорость поступательного движения перпендикулярна оси вращения. Совокупность этих движений эквивалентна мгновенному вращению вокруг вертикальной оси, проходящей через точку С, с прежней по величине и направлению угловой скоростью. Ось мгновенного вращения удалена от точки О на расстояние D. Сложное движение колеса автомобиля можно рассматривать как мгновенное вращение вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку С, при отсутствии скольжения колеса по дороге. Пусть твердое тело участвует во вращательном и поступательном движениях. Причем скорость поступательного движения направлена по оси вращения. Совокупность этих движений называется винтовым движением. Характеристикой винтового движения является параметр этого движения P. Шаг винта H выражается через параметр. Винтовое движение совершает гайка по болту, бур в буровой установке или сверло при сверлении. Сложение поступательного и вращательного движений твердого тела, винта вертолета, в общем случае сводится к винтовому движению вокруг оси, проходящей через точку С. Движение свободного твердого тела можно представить как непрерывную последовательность мгновенных винтовых движений.